Анатолий Анненков, художник, для которого импрессионистическая манера письма является не только любимым средством передачи реальности, но и сущностью самого художника. Он стремится выразить цветом окружающий мир, мир чувств и эмоций, ведь импрессионизм – это мир мимолетных впечатлений. Мир чувств и эмоций. Согласны, да? Согласен, да. Вот. Какие вот самые яркие воспоминания детства, если вы вспоминаете детство, какие самые яркие воспоминания у вас всплывают в голове? Ну, я помню, сейчас мне где-то было лет 5, я был мальчиком. Вот. И первое мое прикосновение такое к изобразительному искусству, вот, я... На столе у меня лежали вишенки. И мне так захотелось их нарисовать. Вот я взял акварелькой и стал стараться их изобразить, вот как они есть, эти вишенки. Долго-долго мучился и все-таки это сделал. И для себя потом я решил, буду художником. Вот, кстати, второй вопрос у меня и был, когда появилась тяга к рисованию. Это сколько вам было лет? 5 лет. 5 лет, да? И первые ваши... инструменты художественные были акварель. Акварель, да. На акварели мне захотелось изобразить вишенку. И как-то вот она меня увлекла настолько, что я потом уже все время думал об этом, что я буду художником. Она у вас получилась? Получилась, получилась, да. Красиво, вам самому понравилось. Да, и она потом обошла многие выставки. Первый рисунок, да. Ну, там детские были выставки разных школ. И она там... на разных выставках бывало. Потом я ее видел через несколько лет, когда уже был взрослым, а она все гуляла по выставкам, где-то работала. Это как бы да, было, что вот начало положено. Здорово.